А это будет после торта бенгальских огней. Суета. Суета. Вот. Так, 22 сентября 23 года. Мы первый раз на втором этаже. И мы там тоже в своем остались. Я уже в кроссе. Пожелание. О, давай сейчас спрашивать. А, давай. Яна первая. Скажи пожелание молодоженам на букву К, да? Одно слово. Красоты. Окей. Так, Борис. Такая тема, надо пожелание на букву А. Одно слово. Молодоженам. Я так и думал, обожаю эту рубрику. Да. Итак, одно слово на букву А. Чего я желаю Тимур Галиевым? Абсолютно! А да, пожелание на букву В, давай. Я только проснулся. Пожелание нам молодоженам, да. Велосипед. Велосипед? Браво! Нормально. Браво, браво, нормально. У него как раз нет велосипеда. А да, вам, Тимурику, Тимурику. Тимур, стой. Всех, счастье, стой. Пожелание на букву К, да. Одно Держи слово. Меньше кала в вашей жизни. Так, тебе на букву Б. Пожелание. Пожелание. На букву одно. Большого счастья. Милаш. Так, Катя, пожелание молодоженам на букву В. Одно слово. Везение. Все. Так, вам на букву Д. Д. Пожелание на букву Д. Дружба. Дружба крепкая. Ай, давай. Стой, 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 стой. Так, на букву Е пожелание молодоженам. Говорим на букву Е пожелание одно слово. Естественно, самый прекрасный жизнь. Все, хорошо. Так. На букву Ж, Ж, буква Ж. Мартышка. А я запустил ставить. Желаю. Желаю. Чтоб все что-то там. Жизни радости. Мати и диджей Дли. Это Роберт, Роберт, Роберт. Смотри. Давай. Говори. Близкие, родные, Тимур Галиевич. Я сейчас еще раз общий момент буду повторять, как попугай в ближайшие полтора часа. Вот так принято. Уборная, девочки. Это для вас инфа, чтобы вам прихорошиться. Там есть большое зеркало, первый этаж. Там же и гардероб. Так, пожелание. Скидывайте туда. Говоришь пожелание на букву. Максимум, что вы сделаете, так не будете сочами снега. Лай, лай, лай. На букву лай. Второе. Пожелание. Одно слово, да. Зарядки. Вот наш. А где Ильнур-то? Понятно, что он может, там хотел поменять. Ильнур, Ильнур, ты здесь? Пожелание молодоженам. На букву М. На букву М, да. Пожелание молодоженам на букву М. Одно слово, да. Молодцами будьте. Все, красавчик. Все. Пожелание молодоженам на букву Н. Одно слово. С диджеем я вас потом познакомлю. Обычно с ними. Блин, тоже нормально. Зависимость. Спасибо. Супер, супер. Скажите одно пожелание на букву К. Пожелание на букву К. К? К, К, К. К или Г? Давай на Г. Г. Одно слово молодоженам. Исаносис, добро пожаловать. 2 hours later. Там столько слов. Вы познакомились с картой рассадки, чтобы было понимание, где вы сидите. Давайте я вам подскажу. Смотрите. 6 hours later. Здесь у нас ребята, Тимур Галиев, потрудились, чтобы вы знали, где вы сидите, столы здесь. Я думаю. Да, обычное слово там, ну, желание на букву К. И угощайте за. Я могу подсказать. Грандиозные свадьбы, гордости, ну, не знаю. Так, ну такие. Грамотных детей. Гигантского счастья. Вау. Просто грандиозного, грандиозного, грандиозного семейного уюта. Спасибо. Так, парнишка, привет. Назови на букву. Так, так, так. На Х, на букву Х, да. Пожелание на букву Х, да. Молодоженам. Тик-так, тик-так, тик-так. Чего хотеть? Хотеть. Хотеть, все хотеть, да. А теперь вы, ребята, да. Ближайший Сбербанк находится где-то на Ф, Ф. Пожелание на букву Ф. Тиньков не уверен, что есть. Фейерверка. Фейерверка. Теперь вы.
так. Где есть. Какая еще буква? Если кому-то нужна будет ручка, для того, чтобы мы пожелаем вашу поздравительную открытку, дайте знать, у меня они есть. Если что. Это что такое? Я к чему напоминаю. Ввиду того, что мы с Бергалиевыми определили, кто публично будет поздравлять, а это, напомню, родители, одеяло, тетя, бабушки и еще пару людей. Объятия? Да, две бабушки. Все правильно. Да-да-да, все после церемонии вручить подарок. На букву П скажите пожелание. На букву П, П, папа. Праздник. Праздника, все. Так, девушка, назовите пожелание молодоженам на букву любви, как у них вообще получилось, что мы сегодня отмечаем день рождения молодоженам семьи. Вы можете подойти, вручить подарок, сделать классный кадр. Наиль, назови молодоженам пожелание на букву Ш. Ша. Ша! Так, Ше. Ше. Шаловливых вечерочков. Вау! Так, Гузель, назови пожелание молодоженам на букву С. Одно слово. Да. Счастье. Давай что-нибудь другое. С. Буква С. С. С, давай С. С. Ценности больше нет, как вообще отцы. Целюстремленные. Цыганские свадьбы там. Уже идет. Да. Ну все, одно слово. Что-то пристал. Алфавита, что ли, будет? Алсу? Стоп. Так, пожелание молодоженам на букву Т. Одно слово. Одно слово, да. Тик-так, терпение. Хорошо. Здравствуйте. Назовите молодоженам пожелание на букву какая? Р. На букву Р. Одно слово пожелание. Радости. Радости. Ну это уже было вроде, да? Или нет? Нет, я не слышала, может быть, у тебя было. Да. Спасибо. Или радужного счастья. Во, вот это красиво, да. Спасибо. А давай у них спросим. Давай. На букву назовите молодоженам пожелание на букву К. К? Было К. Да, все буквы уже были. А, вы. Такое пожелание на букву К. Какие были? Сейчас мы повторяем. Да, подожди. А пожелание? Давай на Х, на Х. Качественная жизнь, все. На Х, на Х. Все, он сказал качественная жизнь. А ты на Х скажи, на Х, да. Насылся нас? Очень круто, насылся. Тамам, чоким, там. Одене, или как? Как правильно? Одене, одене. Адену это как вас. А, как вас зовут, да? Адену, а я. На Х. На Х. Хорошие слова только говорили. Нет, уже было. Храбрости. Скажи там. Что он замышляет? Прикольно. Харизматичность, если он, не знаю, хитрости. Я хитрая лиса, я в жизни знаю толк. Хитрость, да, хитрость нужна. Согласна. Спасибо, спасибо. А? Я что-то сказала на «ц»? Да. Вот. Что я сказала? Не помню. Да. Цветите и развивайтесь. Все, хорошо.